Нам важно, чтобы все это произошло, действовать организованно и слаженно. С 10 дня до 13 часов мы призываем именно в этом промежутке проголосовать. С пол первого дня до часа 30 необходимо собраться в определенных местах. В Алматы и в Астане мы указали 6 мест, в Шымкенте 3 и в регионах по одному месту. Люди там собираются с 12.30 до 13.30. Затем пешим ходом полчаса приблизительно к месту проведения основного митинга. С 2 до 3 митинг, с 3 часов берем Ахарду и областные акиматы. Что значит берем? Мы просто заходим и заполняем органы власти протестующими. Не деремся, ничего, просто заходим и заполняем.